Всем привет! Меня зовут Валентина Хамайко, я работаю телеведущей в данный момент на канале 1 плюс 1. На кухне королева тортів та рогаликів. Я знаю, Надя, що тебе чоловік, в принципі, контролює. Питання – як? Класно, що ти разом з нами, свій день народження. Ще я мама, мама троїх дітей. Четвертый будущий будет где-то через месяц-полтора. Ну и еще, конечно же, я жена самого активного, красивого, яркого, спортивного Андрея Нестрата, которого вы знаете как бегущий банкир. Андрей все-таки уломал меня, я здесь, и попытаемся ответить на все ваши вопросы, их было много, и вы всегда просили: пиши, пиши, давай, показывай, снимай. Ну и, наверное, первое, о чем бы хотелось поговорить, это то, с каким вопросом, какой вопрос ставят перед собой практически все женщины, ну, в определенный момент. К сожалению, сейчас так устроен мир и столько примеров, когда женщины много не работают. А я считаю, что работать нужно, даже если вы родились или хорошо устроились, работать все равно нужно. Поэтому вопрос сегодняшней темы – нужно ли женщине работать? Нужно ли работать, если, в принципе, есть возможность не работать? Это как один вариант. Есть много других вариантов, когда нужно работать, и желательно даже на двух работах. Ну, этот вариант всем понятным, тут уже люди просто пашут, как лошади. Для них можно делать отдельную тему, как остаться женщиной, если ты работаешь как лошадь. Но сегодня мы делаем тему, нужно ли женщине работать именно для того формата, если она хорошо устроилась. Мы живем в красивом большом городе, и, к сожалению, сейчас я вижу очень много примеров того, как когда женщина рассказывает о том, какая она занятая, как много у нее дел, как много у нее работы. А в итоге, когда начинаешь копать внутрь, ты понимаешь, что вся работа заключается в том, что она контролирует нянь, контролирует еще кого-то, контролирует тех, которые там контролируют или возят нянь. Но это все, конечно, просто, ну, вот персонал. И она вся такая уставшая-приуставшая. Если взять, посмотреть на меня, то я эту тему пропустила через себя. У меня было несколько этапов. На момент, когда мы встретились с Андреем, я работала очень много. Привет, с вами главная порушница зеркового спокою Валентина Хамайко. Это наша программа. Боже, как давно это было. Честно, я работала настолько много, что Андрея даже это раздражало. Потому что в какой-то момент он сказал: слушай, мне неудобно перед моими друзьями, потому что ты беременная, а приходишь домой после работы в 11 часов. Ну, слушай, это ненормально, говорил он мне, например. Или: слушай, ну какая у тебя работа, какая Турция, ну какая презентация, чего? Ну скажи им, пусть и меня возьмут с собой. Меня это тоже вроде как бы, ну, мне неудобно было, потому что когда его не было, я себе зарабатывала, рассчитывала на себя. А сейчас ему некомфортно было. И он говорил, что давай я тебе заплачу за твой корпоратив и останься дома со мной. Ну, как бы так соблазнительно, конечно, но вроде тоже неудобно. Ну, определенный момент настал, когда я ставила в систему приоритетов и уходила, например, отказывалась от корпоратива, отказывалась еще от какой-то работы во благо семьи. И в определенный момент, когда я несколько раз услышала от Андрея фразу: слушай, я устала от твоих утренних эфиров, и вообще, как бы, мне бы хотелось, чтобы ты меня утром провожала, а вечером встречала. И говорю: и? Он говорит: ну, а где-то в паузе сделала карьеру. И тогда я спрашиваю: слушай, ну какая карьера может быть в паузе, если ты сегодня уходишь в 8, завтра в 11? Ну какая карьера? Ну, разве что курьера, пришла мне идея в голову. Но я улыбнулась, сказала: ну, наверное, не знаю. Но жизнь так сложилась, что когда у нас появилось двое детей, у нас появилась няня. Я присматривалась к этой ситуации, тогда я работала по контракту, и у меня был декрет. Потом настал момент, когда можно было вроде бы отказаться от декрета и выходить на работу, но меня не устраивала ситуация в семье. И я подумала: ну вот, наверное, тот момент, когда можно попробовать жить в режиме провожать и встречать. Но я в таком режиме никогда не жила, и дополнительных доходов у меня в принципе не было. Я рискнула. Ну вот, в подобной ситуации я не была, и мне вот как бы история, чтобы руководить нянями, тоже, ну, не нравилась. И водителя я тоже не хотела. У меня была своя точка зрения в тот момент, у Андрея была его точка зрения в тот момент. Поэтому я решила, делаю ход конем. Михаилу был почти год, Соломею, соответственно, 2,5. Я подумала: ну, раз так, значит, делаем тихую революцию. Я убираю няню,
и мы остаемся как бы такой нашей маленькой полноценной семьей со своими проблемами со всеми. В тот момент вроде было все хорошо. Да, я полностью зависела от Андрея, полностью, абсолютно. Как бы и Андрея в какой-то момент устраивалась. Но эта ситуация длилась до появления третьего ребенка. Момент дискомфорта я чувствовала от того, что я не могу, я не зарабатываю. Мне неудобно делать Андрею подарки. Мне неудобно даже просить на что-то. Ну, потому что я, в принципе, не привыкла. Какие-то свои запасы у меня закончились. Ну вот и все. В принципе. Жизнь так все повернула. У Андрея в 2014, это был год, произошел кризис на работе, кризис с банком. И я очень хорошо помню тот момент, когда я поняла, что жизнь, она показывает тебе разный ход событий. Но вот нельзя всю жизнь расти или жить в образе девочки, которая хорошо устроилась. Все равно нужно работать, все равно нужно понимать, что бывают такие моменты в жизни, когда все может зависеть только от тебя. Когда ты не работаешь, твоя самооценка как человека работающего очень сильно падает. И мне психологически было тяжело, мне казалось, что я вот сейчас буду куда-то идти на работу, проходить какие-то собеседования, а у меня будет не получаться. То есть это все была заниженная самооценка. Но то, что я хочу возвращаться работать, и я вот восприняла этот жизненный урок, пропустив через себя, я поняла, что я не могу не работать. Это, во-первых, потому что нужно рассчитывать на себя, нужно помогать материально также мужу. И самое большое, это то, что у меня растет на тот момент уже трое детей и двое девочек, которые на меня смотрят. Конечно, я не сидела, не лежала, не с подружками возле бассейна, в Инстаграм не фоткалась этот период, но я там закончила много разных курсов, об этом потом расскажу. Но сам факт, что мои девочки не воспринимали меня как работающую маму, они все равно говорили, ну, папа ушел на работу, ну, ты же не работаешь, ну, чего ты. А я вроде так же устаю, как и папа на работе, потому что она по дому много. И меня начал мучить вопрос о том, что я пример для своих девочек. И я не самый адекватный, не самый лучший был пример в тот момент, потому что я была пример, такой домохозяйки. В украинском языке есть такое слово «квочка», «несушка». То есть очень легко за буквально каких-то 2-3 года, пока женщина сидит дома, занимаясь детьми и семьей, превратиться в эту несушку. И когда я начала это чувствовать, плюс эта ситуация с работой, оно все наложилось, плюс мои девочки, которые говорили, что «мам, ну ты же не работаешь», у меня просто волосы начинали шевелиться, я понимала, что я так не могу и я так не хочу, мне нужно что-то менять в моей жизни, потому что мои девочки должны видеть пример того, что женщина может совмещать работу, дом, семью, уход за собой, все. Нельзя ограничиваться какой-то одной тропой. Нельзя быть только красивой или только умной. Нужно все вместе как-то паковать и создавать себя целостной. Поэтому в голове у меня, я начинала думать, как мне все устроить. Помню, что в Мирославе на тот момент было где-то 1,5 года. Я понимала, что вот сейчас лето, у нас достаточно критическая ситуация была в семье по финансам. Я забрала всех детей со всех кружков, садиков, потому что я не зарабатываю деньги, я не могу оплачивать, у меня нечего оплачивать. У Андрея проблемы колоссальные на работе, с банком, просить у него деньги, у меня просто рот не открывался. Единственное, что я могла в тот момент сделать, это просто забрать детей с любых кружков, ограничить любую трату денег, и мы в своем маленьком доме, семье мы жили, и никуда дети не ходили целое лето. У нас не было кружков, у нас не было лагерей, у нас не было садиков. Зато у нас были обыски. Мы этот период просто переждали дома. Это был тоже новый опыт и для детей, и для меня в первую очередь. С сентября месяца я активно начала искать работу. У меня на это ушло где-то месяца 3, и я возобновилась. Вітаємо вас у студії справжніх лікарів. Щодня ми працюємо для вас. Добрий ранок, вітаємо вас, вітаємо всю Україну з 26-ї річниці незалежності. Возобновилась, я начала ходити на роботу, і мені кажется, що даже тот момент, що це теж утренні ефіри, що я теж буду не проводити утро вихідного дня в місті з сім'єю. Я боялась даже, як на це відреагує Андрій, но жизнь, наверное, тоже расставила какие-то свои точки, и он уже совсем по-другому воспринимает и меня работающую, и мои утренние эфиры. И главное, как мы это подаем нашим мужьям.
потому что когда ты рассказываешь, слушай, это такой классный момент наладить отношения с детьми, приготовить им завтрак, научить сына жарить яичницу, одеть девочек, научиться завязывать им хвостика, они придут тебя в кровать целовать, обнимать. Ну, это же намного вкуснее звучит, чем сказать, например, слушай, знаешь, я устала просить у тебя деньги постоянно, поэтому ты, конечно, отвали, но я пошла работать. А дети, ну, это твои дети, это же не только мои дети, ты же хотел их, одевай давай и на кружки води. Если я пришла домой, так все было чисто, выглажено и построено. Ну, вот разная подача должна быть. И Андрею, конечно же, по вкусу пришла первая подача, потому что второй подачи не было. И все зашло просто идеально. Единственное, что пока у меня не получилось, но я очень хочу хотя бы один раз в неделю, это может быть суббота или воскресенье, какой-то выездной завтрак в городе. Ну, это красивая традиция. Я думаю, что это будет, пусть только младшие станут немножко старше, потому что разбудить их, одеть, без каких-то там эксцессов собраться и выехать, пока немножко сложно. А когда им будут там через годик-два, я думаю, что это будет вот так. Они будут сами говорить, папа, ну мы же будем завтракать там или здесь. Ну вот, как-то оно будет. Постепенно, понемножку, но работать нужно. Нужно, во-первых, понимать, что никто вас красивую и только за красоту любить не будет. Рынок девочек, он очень большой. И всегда на одну красивую найдется еще одна более красивее, но умнее. А на красивую и умнее найдется еще более красивее и супер умнее со знанием двух языков. Поэтому, ну, все-таки нам нужно думать головой, работать над собой, развиваться и никогда не впадать в образ стопроцентной девочки, которой нужно лежать, болтать, отдыхать, не знаю, лежать постоянно в декрете, быть еще там где-то. Ну, слушайте, будьте полноценной личностью. Когда вы будете чувствовать себя на 100% уверенной, зарабатывать на себя, тогда и ваша вторая половина будет относиться к вам с уважением. Там за камерою вообще стояв Андрій, який готував, напевно, список питань і вирішив, що він буде мені допомагати. Ну, підійди сюди, ну, стань, будь ласка. А вийшло так, що в мене я набрала повні груди повітря, і от все, що хотілося сказати, я все видала в 8-10 хвилин, скільки їх тут вийшло. Поэтому спасибо большое всем, кто досмотрел. Знаю, что видео, идеальная длина видео – это 3 минуты. Мы сделали немножко больше. Идеальная длина видео – 11 минут. Но обычно видео не смотрят до 11 минут, поэтому сейчас можно говорить все, что угодно. Поэтому, если вы досмотрели, вам было интересно, Андрей говорит, что вроде вот так нужно показывать, да? Ставьте лайк. Вопросов написали уже очень много. Вопросов действительно было очень много. Мы будем постепенно их разбирать. Андрей говорит, что очень нужно в следующий раз рассказать о том, когда выходить в декрет и стоит ли выходить в декрет, потому что у меня уже есть, ну, в принципе, уже 4 опыта есть, потому что я уже на 31 неделе, 31-32, и у меня уже есть больничный лист, и я, в принципе, могу легко сказать, ха! Я в декрете, и не хочу заниматься твоим ютубом, я должна лежать, а ты мне должен держать ножки, потому что, ну, в принципе, ножки должны отдыхать. О том, держит ли ноги Андрей мне, отдыхаю ли я и ухожу ли я в декрет в этот 4-й раз, ну, уже узнаем в следующий раз, соответственно. Я Валентина Хамайко, ведущая 1+1, беременна 4-м ребенком. Да? Да? Поехали. Представьтесь, пожалуйста.